Таксисты учат коллег по всей России бороться с неплательщиками. Как умыть бесчестных клиентов зеленкой, теперь знают и в Челябинске. Идею предложили извозчики из Нижнего Тагила. Мастер-классы записали на видео и выложили в сеть. На этих кадрах двое мужчин раздеваются прямо перед камерой. Но это не приступ эксгибиционизма, а средневековое наказание. Молодых людей заставили публично оголиться за то, что они не заплатили за поездку в такси. А у тебя сейчас стеснительный такой же. Ну-ка, быстро шейники снял свои. Но на этом позор нерадивых клиентов не закончился. Молодых людей заставили обмазаться зеленкой. Как утверждает автор видео, такое наказание парни предложили сами. Водители такси считают, так мстить лучше, чем бить. Опыт переняли коллеги и из других городов. Вот еще один ролик, где мужчина тщательно размазывает зеленку по лицу. На этом таксисты решили и ограничиться, оставив молодого человека. Ты зажмурься и после такой процедуры парень явно в следующий раз не захочет покататься бесплатно. Таксист, ты будешь еще бесплатно кататься на такси? Больше ни разу не сяду.